Всем привет, с вами StivePro, и сегодня покажем Аден, новогодний скинпак для Майнкрафта Pocket Edition. Ну, после установки данного Адена в нашем мире появляется новый скинпак, который находится вот в этом разделе, в самом конце. Многие подумают, чем же он отличается от обычного скинпака, который уже есть в Майнкрафте, но он отличается тем, что в этом скинпаке уже куплены все скины, в том числе отредактированные и добавлены новые скины. К примеру, здесь вы можете стать Санта-Клаусом или Миссис Санта-Клаусом, или вот таким оленем, у которого довольно прикольно сделаны рога. Также здесь добавлены нормальные Дед Мороз и Снегурочка. Да, теперь они стали белыми. Добавлен такой странный Стив, который, не знаю, ну, что ли, после пьянки. Ну, вы можете стать одним из ним. Из них, вот. Также разработчик этого аддона планирует создать новый аддон, в котором будут добавлены скины с 3D-ушами. Да, довольно прикольно будет это выглядеть, ну и будем ждать от него новостей. Ну что ж, довольно прикольный аддон, скачивайте и оценивайте его. Ну что ж, на этом все, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.